Я снова с вами, Найт-Сити. Ну что, как день проходит? А у вас тоже есть дедуля, который часами может говорить о лошадях? Я все детство мечтал мчаться на верном скакуне через пустоши. И, похоже, моя мечта может исполниться, потому что на днях биотехника анонсировала робо-мустанга. Я бы пошутил про лошадиные силы, но, честно говоря, я в таком диком восторге. Да ничего в голову не идет. Свинорати Капур передознулся блестяшками. Может, слышала, новая мощная наркота только что появилась на улицах. Арати просит сравнять с землей лабораторию, где делают это говно. Прочитай мое письмо, там подробности. И про Арати, и про ситуацию в целом.
Штатов.
Thank you.
Дурак придумал название. Блестяшки. Ебало, прикрой. Да тупое название-то. У нас кто, целевая школота? Блестяшки, блестяшки подарят улыбку. Да вы заебали. Хотели неоном назвать, но такой уже есть, оказывается. Поэтому блестяшки. Ну охуеть теперь. Да всем похуй, берут же.
分をリトルクーロンに送ってある。ジューン、少しはハメ外そうぜ。うちは今絶好調じゃねえか。
всех своих сотрудников. От среднего звена и выше. Кому-то даже достаются автоматические усилители защитных рефлексов. Но владельцу этой красоты не обязательно быть корпоративной шишкой. Лезвия Daikon Night Mantis смогут приобрести абсолютно все граждане Night City. Ну, те, у кого есть деньги. Ну что, на этом все, мои солнышки. С вами, как всегда, была программа «Чебуся». С лабораторией покончено. То, что доктор прописал. Само собой, блестяшки не исчезнут. Тут у меня иллюзий нет. Но мы больно ударили по тварям, которые их делают. Кстати, Арати просила тебя поблагодарить. Говорит, мы ей очень помогли. Как-то так. До связи. Night City is experiencing a period that runs usually high temperatures.